Всем привет! Давайте сегодня приготовим вкусно кабачки. Такие кабачки сами по себе очень вкусные, но еще вкуснее они будут со сметаной. Для приготовления возьмем кабачок, режем тонкими кружочками. Возьмем пакет. В пакет добавим муку. Добавим кабачки, все перемешаем. Кабачки у нас будут обваленные в муке. В чашу добавим специи, соль, муку, добавим яйца, все перемешаем. Добавим воды, перемешаем до однородной массы. В этой смеси и на подсолнечном масле обжарим на медленном огне в течение 5-7 минут, переворачивая кабачок несколько раз. Кабачок готов. Кому понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Рецепты на Выбор, делитесь с друзьями в социальных сетях, нажимайте на колокольчик. Всем пока, до новых встреч!